Открытое первенство детской и юношеской спортивной школы Десногорска под дзюдо среди юных спортсменов было посвящено Дню энергетика и 35-летию со дня пуска первого энергоблока Смоленской АЭС. Смоленская атомная станция – это атомный гигант на территории Центрального федерального округа России. То есть три энергоблока, мощность достаточно для того, чтобы выдавать электрическую энергию, энергетическую систему страны. Но главное, чтобы вы получили здесь еще один задел в своем мастерстве, не травмировались, познакомились с друзьями и приехали домой с хорошим настроением. С праздником вас! В первенстве приняли участие команды из Десногорска, Рославля, Сафоново. Всего более 70 участников в возрасте от 11 до 15 лет. Начинающие спортсмены старались проявить себя и показать, чему они научились за полгода. А опытные дзюдоисты хотели пополнить свои копилки новыми медалями. Я научился не бояться этого, во-первых. И, во-вторых, я научился стоять намного жестче и резкостью, еще раз тоже, и выносливостью. Первый бой я вышел с сильным мальчиком. Я на самом деле думал, я ему проиграю, но я его сконтрил и бросил на Вазарию. Вот. И выиграл. Да, было очень тяжело с ним бороться. Юных спортсменов горячо поддерживали болельщики. По итогам соревнований десногорские ребята заняли много призовых мест. Первыми стали Елизавета Демина, Ольга Григорьева, Евгений Берг, Александр Яковлев, Кирилл Еврасов, Евгений Холодок.